Замок Дракулы. Строили замок в 1212-1388 годах местные жители своими силами и за собственные средства, за что и были освобождены от уплаты налогов в казну государства в течение нескольких веков. Замок служил стратегической оборонной крепостью. Свою популярность замок Бран получил благодаря книге писателя Брэма Стокера, который в своих рукописях называл его «Замком Дракулы». В 1622 году дополнительно были достроены две защитные башни.